Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Супер Тойс. И сегодня у нас замечательный обзор. Сегодня к нам на обзор прилетели космические пришельцы на своих метеоритах. Это очень крутые игрушки, они очень похожи на трэш-монстриков. Смотрите, какая здоровская упаковка, классные рисунки. Вот такие метеорчики, они разных цветов, потому что здесь разные кланы. Здесь заклеено все наклейками, когда если будет нам вкладыш, посмотрим точно же, что за кланы. Предстоит нам большая распаковка, у нас множество этих здоров крышлингов. Это очень классно, давайте же начинать. Так, начнем же скорее, прям руки чешутся от этого удовольствия. Я люблю очень такие фигурочки, вы тоже знаете, наверное, же, если смотрите мою, что я очень люблю фигурки собирать. И тут такое классное, мне посылка наконец-то моя пришла. Открываем первый, зеленого цвета, это серия пришельцев. Aliens, давайте посмотрим, какой крэшинг нас здесь ожидает. Убираем упаковочку. Шарик у нас выполнен с одной стороны из твердой пластмассы, с другой он резиновый. Итак, кто же первый будет, давайте посмотрим. Думаю, вам тоже интересно, как и мне. И это вот такой вот серебристый пришелец, какой-то бегемота, монстр какой-то, не знаю, в серебристом таком окрасе, как будто в своем костюме. Внизу мы видим вот такой вот, у него крепеж под ручку, здорово, можно играть, устраивать театры там всякие. Классно, мне нравится фигурка. Давайте посмотрим ее поближе, но сначала посмотрим вкладыш. И посмотрим, что метеорит из себя представляет тоже. Так вот все здесь сложено очень плотно. Сейчас его откроем. Так. Вкладыш вот этот относится именно к этой серии. Здесь предоставлены все персонажи из серии Alien. И также мы внизу видим, что еще есть 4 серии. У нас, кстати, они все в цвета есть. Мы всех как раз сегодня посмотрим. Это здорово. Так, и давайте посмотрим, кто же нам попался. Вот он, похоже, нам попался Bing Bang. Его зовут. Под номером 77. Здорово. Это классно. Первая фигурка у нас есть. Давайте же ее посмотрим поближе теперь. Очень классная фигурка, мне она понравилась, она из резины и в таком здоровском серебристом окрасе. Очень они похожи на трэш-монстриков, и это здорово, то, что я, потому что трэш-монстриков тоже очень люблю. Так, откладываем нашу фигурочку. Давайте посмотрим метеор, как написано на упаковке, что он умеет подпрыгивать. И причем очень, я так понял, высоко, вот так вот его когда выгибаешь. Вот так вот его ставишь, отпускаешь, ничего себе, ребята, он мне до потолка отлетел и повернулся назад. Очень высоко он подпрыгивает, даже можно, я так понял, запустить фигурку, если захотеть, посадить ее сверху. Вот так вот. Ух, ничего себе, они улетели все, сейчас я подниму и продолжу. Очень классно они разлетаются, причем еще очень здорово то, что можно здесь хранить эту саму фигурку. И помимо того, еще можно ставить вот так вот метеоритики и сажать наших крэшингов на них. И они вот так вот сидят на них, здорово. Представляете, какие космические захватчики, если к нам прилетят, то точно будет здорово. Ладно, хватит разговаривать. Первая фигурка у нас в коллекции есть. Класс, вкладыш очень красивый, мне тоже нравится. Так, а мы открываем следующую. И давайте откроем следующую расу красную. Посмотрим сейчас, как они там называются. И посмотрим, что из себя представляет она. Итак, то же самое, жесткий пластик с одной стороны и мягкий с другой, чтобы можно было запускать. Ух ты, ничего себе, вы посмотрите. Класс. Ничего себе фигурочка. Не ожидал я такую фигурку увидеть. Настоящий такой захватчик инопланетный. Класс. Какой-то, не знаю даже, на кого он похож. Такой верх сзади, ракушечный, динозавр какой-то, монстр. Класс, давайте его посмотрим поближе. Очень красивая, классная фигурка, мне она очень понравилась. Эта серия относится к насекомым-захватчикам. У нас уже есть вот такие пришельцы, захватчики, насекомые захватчики на своих метеорах. У нас уже прям собирается целая планета монстров.
Так, давайте поставим сюда пока что фигурочку нашу. И посмотрим вкладыш инопланетных захватчиков насекомых. Вот так вот выглядит вкладыш с насекомыми. Тоже он красочный, красивый. Давайте посмотрим, кто нам попался. Вот он под 40-м номером. Shooting Star Tula его зовут. Итак, помечаем, что у нас такая фигурочка есть. Она уже под номером 40. Здесь ставим вот такую галочку. Так, и давайте на первом вкладыше тоже галочку поставим. Эти у нас будут вкладыши для отмечания фигурок. Та фигурка у нас была под номером 77. Так, два вкладыша откладываем. И продолжаем. У нас еще есть много крэшлингов. Давайте откроем синего цвета вот такой крэшлинг. Синего цвета. Сейчас посмотрим, что это за коллекция. По-моему, это морские какие-то обитатели. Так, открываем его. И смотрим, кто же нам здесь попадется. Ух ты, смотрите, какой смешной крэшлингс. Это какой-то, не знаю, осьминог недовольный. Класс, мне он уже нравится. Они такие ласты. Зеленая ободочка, такая розовая голова. Классная фигурка, необычная. Давайте посмотрим ее поближе. Ставим нашу замечательную фигурку в нашу коллекцию. Посмотрите, у нас уже сколько инопланетных захватчиков собирается с их метеорами. У нас 3 раза уже собрано. Это здорово. Такие захватчики нам нужны. С ними очень весело играть. Так, да, это Sea Life. Да, он под номером 127. Отмечаем его, что он у нас уже есть. Так, ну мы продолжаем. У нас уже 3 расы собрата. И мы открываем следующую расу. У нас еще 2 расы целых, представляете? Давайте откроем черную такую захватчиков на черном метеорите, таком жутком. Сейчас посмотрим, к какой расе они потом относятся, когда откроем. Так, и смотрим. Такой же черный метеорит, пластмассовый и резиновый. Очень, кстати, прикольные сюрпризы. Тут помимо того, что сами фигурки здоровские, еще такие очень здоровские игровые платформы. Их можно и хранить, и играть. Можно, представьте, собраться с друзьями и устроить игры. Вот у кого выше подлетает фигурка, сами метеориты. Или просто даже кидать в стену его метеорит, и он будет отскакивать резинкой. Класс. А мы смотрим следующую фигурку. Вы посмотрите, какая она классная. Очень крутая. Мне нравится. Такая прям недовольный такой пришелец. Давайте посмотрим, кстати, к какой расе он относится, чтобы нам сразу было понятно. А потом уже его посмотрим поближе. Так, смотрим. Черный метеорит. И у нас относится, получается, к Дина. Дина Крэшлинги. Нет, вру, Дины это серые. Вон они лежат. Это у нас серия монстры. Здорово. Посмотрите, сколько также монстров в этой коллекции классных. Так, нам попался вот такой монстрик. Сейчас посмотрим, где он. Вот он, походу, да, нет. Вот он, 100. Под номером 100. Отмечаем его. Зовут его Bigfoot Dipper. Вот такая вот фигурка Bigfoot Dipper у нас также в коллекции. Очень она здоровская. Все, мне хочется их позапускать, но улетают они очень далеко. Ставим его в нашу коллекцию. А давайте посмотрим саму фигурку поближе. Класс, я очень доволен этой фигуркой. Она действительно классная. Очень хорошая прорисовочка. Здорово. Кстати, детализация фигурок также очень классная. И лапки, и ушки, все здесь есть. Ставим ее в нашу коллекцию и продолжаем. Давайте открывать следующую расу. Следующая раса у нас прилетела на серых метеоритах. Пришельцев, представляете, сколько их к нам налетело-то на обзор сегодня. Здорово, открываем и смотрим. Я уже вижу, что она классная. Ух ты, смотрите, какой он здоровский. Это серия динозавров, как я понял по тому вкладышу. Давайте откроем и посмотрим, точно это или нет. Да, это серия у нас Дино, динозаврики космические. Класс. Так, и кто же нам такой попался-то?
Ужас, вот он, походу, под номером 5. Зовут его Трисалорапторс. Ух ты, вот это у него такие, не знаю, щупальца какие-то из вместо клыков. И вот такие вот уши-антенки, классный, зеленый цвет. Я люблю таких пришельцев, настоящий пришелец. Давайте его посадим на его метеоритик. Отметим его, что у нас такой уже есть под номером 5. И давайте посмотрим нашу фигурку здоровскую поближе. Ставим нашу замечательную фигурку в нашу коллекцию. Мне она очень понравилась. Я очень ей рад. И продолжаем открывать. Смотрите, у нас сколько еще много их. Непослушный крэшлинг наш падает. Привлекает к себе внимание. А мы продолжаем. Так, открывали мы зеленую. Давайте еще одну откроем, первую. И посмотрим. Как мы помним, это космические пришельцы. Именно Aliens. Открываем. И смотрим, кто нам здесь попадется. Так, еще один серенький у нас есть. У нас прям действительно много сегодня метеоритиков. Я думаю, вам это нравится, что я много открываю вам сюрпризов. И мы смотрим, кто нам тут попался. Смотрите, какой зеленый металлический свет. Классный, такой прям переливается металлик. И такой здоровский пришелец в скафандр. Детализация действительно классная. Фигурка тоже здоровская. Давайте посмотрим, кто же это нам такой попался за пришелец. Так, откладываем вот эту капсулку, я чуть-чуть прибрался, и будем выставлять чисто фигурки на их подставочке резиновые. А это будем убирать, чтобы они нам не мешались. И смотрим, кто же здесь нам попался. Так, сейчас я возьму вкладыш, у нас их 5 штук. И смотрим. Так, это у нас пришелец Crazy Chashker. Вот он, под номером 76. Да, это он. Давайте его отметим, что он у нас такой уже есть. Даже вот не знаю, что вам сказать, нравится ли мне. Конечно, хотелось бы, вот здорово то, что они такие металлические, но хотя бы глазки бы им рисовали, и было бы вообще здорово. Просто так все слившееся, ну не знаю, мне больше нравится как с глазками. Но все равно фигурка здоровская, мне она нравится. Как мы заметили, у нас пока что из серии Aliens попались только такие металлические фигурки. И очень они непослушные. Давайте ее посмотрим поближе. Ставим нашу замечательную фигурку в нашу коллекцию. Классную. И у нас уже столько много крэшлингов. Очень они классные. Я очень им рад, потому что действительно фигурки очень классные. Откладываем лишнее. И продолжаем. Давайте откроем вот такой вот серенький шарик наш метеорик. И посмотрим, кто же нам попадется здесь. Ух ты, и это первый повтор у нас. Смотрите, ребят, у нас такой же крэшлингс был. Вот оно. Ну, я не расстраиваюсь, потому что действительно фигурка очень все равно классная. Я думаю, блин, если она даже будет повторяющаяся, это же здорово. Это же все-таки пришельцы, они могут быть одинаковые. Я только рад, что у меня собирается много пришельцев, и мне без разницы, какие они, повторы или не повторы. Главное, что они все классные. Так, давайте откроем черный метеор. Мне тоже эти монстры понравились. Серия монстров. Вон он сидит такой здоровский. Сейчас посмотрим, кто нам попадется здесь. Я думаю, тоже будет классный монстрик. Ух ты, смотрите, какая опять металлизированная фигурка. Красная только вся такая, прям ужасная. Вот это прям очень похож на монстрика. Еще и на трэш монстрика. Так, сейчас я поставлю его. Пока что на метеорик. И посмотрим, кто же нам попался, как его зовут. Давайте пока сюда его вообще поставим. Так, вкладыш, вкладыш, вкладыш. Вот оно. Так, и смотрим, кто нам попался. Нам попалась фигурка под номером... Где он? Не тот вкладыш. Что такое-то? Вот оно. Так, фигурка под номером 103. Его зовут Зомби Зумер. Вот оно. В красном цвете. Даже, кстати, смотрите, на вкладыше нарисованы глазки и рот. Вот жалко, что они не нарисовали, чтобы хотя бы лицо выделялось. Но давайте посмотрим эту фигурку тоже поближе.
ставим нашу фигурочку замечательную в нашу коллекцию. Посмотрите, какая у нас уже здоровская коллекция фигурок собралась. А мы продолжаем, у нас еще много наших шаров. Давайте откроем красный наш метеорит и посмотрим, какой же нам здесь попадется крэшлингс. Так, как мы помним, это серия насекомых. Так, и что здесь за насекомые? Ух ты, смотрите, ничего себе! И ух ты, какая-то лягушка красная, четырехглазая, с такой булавой, и такая у нее корона. Царевна лягушка, что ли? Похоже. Классно. Я думаю, Иван Царевич бы и точно испугался, если бы такая сидела лягушка, крэшлингс, и ждала нашего принца. Класс. Очень красивая, здоровская фигурка. Давайте ее сразу посмотрим поближе. Очень красивая и качественная фигурка, я ей очень рад, потому что действительно она заслуживает коллекционного места, очень она классная. Ставим ее на наш метеоритик, и пусть она сидит у нас отдыхает, а мы отметим ее, что же нам за фигурочка попалась. Вот она под номером 55, Traveling Toad ее зовут, отмечаем ее, что она у нас есть. Откладываем и продолжаем. Давайте откроем синий метеорик. У нас еще пока он был только один. Здорово, что их действительно много в этой коллекции. Не одна раса, а именно вот они разные. Это очень классно. Так, и следующий у нас крэшлинг. Тоже новый нам попался. Здорово. Как мы помним, это серия Sea Life. Морская жизнь. И нам попалась рыба-пират в таком синем классном цвете, у нее повязка, такие белые усы, синий цвет, и такой хохолок. Очень красивая тоже фигурка, давайте ее посмотрим поближе. Ставим нашу замечательную фигурку в нашу коллекцию. Итак, взял откладыш, давайте ее отметим. Фигурка у нас под номером 123. Вот она. Зовут его Star Pirate. Ух ты, звездный пират. Здорово. Класс. Я думаю, вам фигурка тоже это очень понравилась. А мы продолжаем. И давайте откроем еще один серый метеорит и посмотрим. Может, все-таки нам попадется сегодня в выпуске следующая фигурка из этой замечательной коллекции динозавриков, пришельцев. Да, это новая фигурка. Это что такое, ребята? Вы посмотрите на него, какая-то, не знаю, прям маленький такой динозавричек, миленький. Хотя чуть-чуть страшненький, с тремя глазами, таким клювом острым, как у попугая. Но сам миленький. Класс, мне нравится. Давайте посмотрим его поближе. Уже мне фигурочка очень понравилась. Давайте ее вот сюда вот поставим и отметим. Фигурка эта у нас под номером 10 идет. Вот она. И зовут ее Трикера Рокс. Здорово. Номер 10 отмечаем и ставим на нашу замечательную коллекцию. Так. И у нас еще остались 2 крэшлинга на сегодняшний выпуск. Открываем их и смотрим, что же нам попадется в черном метеоре. Чуть-чуть он так испачкался, наверное, потерся об упаковку. Ух ты, ничего себе, вот это вот действительно классная фигурочка, прям настоящий такой волк-оборотень мощный. Смотрите, он какой здоровый, прям крепкий. Такая у меня же футболка вся порвалась. Действительно, такой вот пришелец достаточно ужасный. Смотрите, у него зубище прям класс, я тоже этой фигурочке очень доволен. Класс, пока у нас из черных, из всех попалась только одна игрушечка повторная. Давайте посмотрим эту фигурку поближе. Поставили мы фигурочку в нашу коллекцию. Прям действительно коллекция здоровская.
Так, и отмечаем, фигурка это под номером 114. Мун Ховлер его зовут. Вот он. Отмечаем его, откладываем. И у нас вместе с вами еще в выпуске в этом остался один Крэшлингс. Это серия Aliens тоже. Зеленого цвета она. И давайте посмотрим, какой же нас здесь сюрприз ожидает. Смотрим. Ура, это новый сюрприз. Смотрите, какой он. Рыба какая-то зубастая. Зубищ, конечно, у нее большие. Рот такой, руки, такое выражение лица. Хоба! Очень классно. Такой поплавничок у нее. Здорово. Давайте посмотрим ее поближе. Итак, фигурочка у нас под номером 65. Зовут ее Трефер Тревор. Давайте ее отметим. И поставим нашу замечательную коллекцию. Перед вами вся замечательная коллекция сегодняшних наших крэшлингов. Мне фигурки действительно понравились. И они очень все прикольные, веселые. Действительно, очень они классные, потому что помимо... сами фигуры, здесь здоровские метеориты, с которыми тоже можно играть, раздать всем ребятам, соревноваться, кто быстрее его кинет в стенку, отлетит дальше, либо подпрыгнет от пола, либо фигурка подпрыгнет, либо улетит. Много всяких игр можно придумать, это очень здорово, весело и забавно. Надеюсь, вам фигурки понравились, как и мне, и вы поставите палец вверх, также поделитесь видео с друзьями, позовите их на канал, также подписывайтесь, обязательно, если не подписались, будет много обзоров, еще всевозможных сюрпризов. И, кстати, мне фигурки очень понравились и будут точно еще выпуски про них. Пишите, кстати, какая вам фигурка понравилась и вообще понравились они вам или нет. Мне будет интересно. А с вами был канал Супер Тойс. Увидимся в интернете. Всем пока!